Терла я морковь. Так. И нарезала капусту. Можно тоже через терку натереть. Ну, я нарезала сама. Так вот, сейчас будем делать корейский салат. Добавлю все приправы. У меня приправы вот такие. Так вот мои приправы. Приправ для корейской моркови вот такая. Острая. А вот это не острая уже. Также вот такая вот приправа. Уксус. Также добавим чеснок. Пропустим через пресс для чеснока. Пару зубчиков. 3-4 зубчика хватит. Раскалим масло. Ну, я покажу. Чеснок и приправы я уже насыпала. Теперь вот у нас масло. Сейчас я буду его раскалять. Сильно раскалять. Также я добавила ложку уксуса. У меня уксус 9%. Где он? Так, где это у нас бывает написано? Так вот. Мама тебе снимет потом. Такой вот салат у нас получился. Я сейчас его накрою пищевой пленкой. Нет, крышкой накрою эту. И поставлю в холодильник на на часа два, чтобы она еще больше взяла вкуса, пропиталась всеми специями. Папа! Если кому понравилось видео, я сниму его полностью, если кто хочет. Можете оставить комментарии, чтобы я знала, кому интересно, могу снять полное видео. Мама сейчас в холодильнике оставит, потом даст.